Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали Евангелие о том, как Господь пришел к своим ученикам, которые находились в лодке посреди озера, для того, чтобы спасти их от бури. И, слыша это повествование, мы должны, наверное, и знать предысторию этому случаю. Если мы вспомним евангельское повествование прошлого воскресного дня, то мы будем слышать о том, как Господь 5 хлебами и 5 небольшими рыбками насытил 5000 людей. И вот, зная эту историю, мы можем знать и о том, что люди, которые видели это чудо, которые ощутили это чудо, которые слышали этого великого учителя своего, они решили, что этот человек достойный быть ихним царем. И они хотели взять Спасителя и сделать именно царем своей страны. И Спаситель, для того, чтобы избежать этого и спасти своих учеников от этого соблазна, приказал им сесть в лодку и переплыть на другой берег озера, а сам удалился, после того, как беседовал с народом, удалился в горы для того, чтобы помолиться. Когда ученики отплыли от берега, поднялся шторм, и они не могли переправиться на ту сторону. И вот, когда они уже к утру обессилели от работы, то увидели, что к ним движется по водам то ли человек, то ли призрак. Они верили в то, что человек, ушедший в мир иной, иногда приобретает форму привидения и может являться людям. И от ужаса они, от испуга закричали. На что Спаситель сказал: «Не беспокойтесь, это я». И они в тот час увидели, что это их не учитель, а Петр, как наиболее горячий, закричал, увидев своего Спасителя, который идет по водам, что «позволь и мне также идти по этим водам». Спаситель сказал: «Иди». И вот Петр вышел из этой лодки и начал свое движение к Спасителю. И до тех пор, пока он видел своего учителя, он уверенно шел по этим водам. Но как только он начал видеть не только учителя, но и те волны, которые могли его поглотить, ту стихию, которая его окружала, он убоялся и начал тонуть. И закричал: «Господи, спаси меня!» И вот мы, соизмеряя это евангельское повествование своей жизнью, можем точно так же сказать о том, что при крещении мы получаем вот эту лодку спасения, этот храм, в который ходим, исповедуемся, причащаемся, но время от времени мы стремимся самостоятельно идти ко Господу. И вот до тех пор, пока мы идем ко Господу и видим только Его, наверное, этот шанс прийти к Спасителю есть. Шанс путешествовать по воде, как сам учитель, есть у каждого человека. Но в процессе этого хождения мы начинаем тонуть, потому что мы убоеваемся, мы устрашаемся, мы видим вот эту стихию мира, которая окружает нас. И эта стихия, она не дает нам возможности быть последователями Спасителя в полном смысле этого слова. И как апостол Петр воскричал: «Господи, спаси меня!» и получил руку этого спасения, который позволил ему вернуться в этот корабль, так и каждый из нас, призывая имя Господня,
имеет эту возможность. Мы слышим о том, что корабль этот спасения подвергался опасности. Шторм готов был его поглотить. Но как только Спаситель со своим учеником вошел в этот корабль, стихия умиротворилась и наступил штиль. Так и для каждого из нас, наверное, порой, когда мы теряем ориентиры, теряем вот эту возможность вернуться в свою лодку, как только возвращаемся и находим здесь своего учителя, так и море житейское вокруг нас утихает. Будем же следовать тем словам, которые произнес апостол Петр. Господи, спаси меня, и пускай Господь Вседержитель дарует нам эту возможность спасения. Храни всех Господь.